А давайте посмотрим на следующий продукт. Это тоже натуральный продукт. Это российское производство на компонентах, которые добываются именно в России. Итак, Сергей, расскажите, пожалуйста, что это, для чего это? Это активатор скипидарных ванн. Ну, само слово говорит то, что это активатор. Что мы делаем? Если мы принимаем ванны, то, ну, в частности, для похудения, да, то ванна будет действовать у нас вот везде, везде, везде потихоньку убирать вот эти сантиметры нашей жировой прослойки. Если же мы используем активатор, если у нас, например, ну, у женщин чаще бывает всего жировая ткань откладывается на бедрах и ягодицах, у мужчин на животе. Да, вот если хочется, чтобы грудь осталась полная, а живот и бедра постройнели, как нам действовать? В этом случае мы будем использовать активатор скипидарных ванн, который направляет действие скипидарных ванн именно на те места, которые мы предварительно им обработаем. Ага. Он имеет натуральный состав, он имеет ну, и в своем составе содержит скипидарный, тот же самый натуральный живичный скипидар. Кроме этого, он содержит эфирное масло кедра, пихта, арники, зверобой, гвоздику, чагу, чистотел, шиповник, календулу, экстракт ванили, то есть много-много остальных натуральных компонентов, которые будут подготавливать нашу кожу к применению скипидарных ванн. Допустим, у нас ну, большой живот или бедра, вот ягодицы. Живот. Будем бороться с животом. Значит, мы за 15 минут до приема ванны растираем себе живот. В этот момент мы начинаем готовить ванну. Начинаем готовить набираем ванну. Мы набираем ванну, наливаем воды, разводим скипидарный раствор. И вот к этому моменту активатор уже подготовит наши клетки, наши рецепторы именно в области живота для того, чтобы скипидарная ванна подействовала именно там. После этого мы опускаемся в нашу скипидарную ванну. И основное действие вот по нормализации обмена веществ, по этому такому жиросжигающему эффекту, будет происходить именно на животе. То есть мы сами становимся себе скульптором нашего тела. Если вот в нашей скульптуре, скажем так, живот большой, мы хотим его убрать, значит, мы берем и растираем живот. Вот как сейчас делает наша модель Марина. Вот прокомментируйте. Да, но мы, смотрите, мы сейчас немножко неправильно растираем живот, потому что живот растирается по часовой стрелке. Вот, вот так правильно. И здесь этот бальзам просто достаточно нести. Можно нести на живот, дальше можно нести на боковую поверхность живота. Вот так. То есть везде растереть все те места, где мы хотим, как скульптор, убрать все лишнее, так, чтобы наша фигура была стройной. Да, то есть мы животик поглаживаем по часовой стрелке, втирая активатор, а боковые зоны тоже по часовой? Боковые можно по прямой, просто обычно вверх и вниз. Вот совершенно вот так. И причем это занимает буквально несколько минут, это нанесение, это бальзам, то есть он очень быстро впитывается, он не оставляет какого жирного блеска. Вот видите, мы уже чувствуем, что рука не так, легко скользит. Это все быстро впитывается, при этом никакого особого, ну, ни разогрева, никакого раздражения, мы ничего не чувствуем. Но если нам лечь в скипидарной ванной, вот это покалывание, раскрытие капилляров будет в основном именно здесь. То есть везде на всем организме у нас по чуть-чуть такая, ну, тоненькая прослойка жировая будет уходить, но на животе она будет уходить уже не несколько там миллиметров, а уже будет счет идти активнее. Совершенно верно, на сантиметры. Вот в этом заслуга активатора скипидарных ванн, что он помогает нам смоделировать то, что, ну вот, к сожалению, неправильным питанием, неправильным образом жизни мы, ну, теряем, скажем так. Итак, вы получаете сразу два активатора скипидарных ванн. Два по цене одного. За 899 рублей, 300 рублей скидка. И вот посмотрите, кстати, вот у кого какие места? У каждой женщины она знает, где помазать. Но вот здесь мы можем видеть, да, вот есть такая проблема у женщин, когда лишняя жировая клетчатка откладывается на руках, руки приобретают такую дряблость, кожа начинает растягиваться. Что бы это ни происходило, это как и в том числе это профилактика дряблости, потому что скипидар, он подтягивает кожу. И когда вы даже начинаете резко худеть, если за 3 месяца похудеть на 15 килограмм, кожа может обвиснуть. Не при скипидарных ваннах, потому что скипидарные ванны действуют в том числе и на кожу, улучшает там микроциркуляцию, и кожа начинает естественным образом подтягиваться. Вот это такое, такая заслуга. А я хочу спросить Машу. Маша, ты чувствуешь, что у тебя в том месте, где ты нанесла активатор,
Кивни, если чувствуешь. Это реально работает. Активатор скипидарных ванн. Два сразу вы получаете по цене 899 рублей. Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько нам хватит этих двух бутылочек? Это также хватает на 3 месяца применения. Так. То есть мы создали такой комплект. Литр белый, литр желтый эмульсии, да. Плюс 2 активатора для тех, именно кто хочет убрать лишнее. Активно убрать лишнее жировое отложение. Вот проблемных местах. Зон. Поэтому этого 2 флакона хватит на 3 месяца, поэтому, пожалуйста, применяйте. Сделайте свой выбор в пользу стройности и здоровья. Мы рекомендуем вам заказывать активатор скипидарных ванн вместе с ваннами. Итак, что нам дают ванны вместе с активатором? Улучшает микроциркуляцию. Да, усиливают действие скипидарных ванн и увеличивают эффективность ванн в определенных местах, проблемных местах. Этим самым улучшают наше здоровье, потому что снижение массы жировой клетчатки в области живота уменьшает риск развития многих-многих страшных заболеваний. Отлично. Но еще, помимо всего прочего, у нас еще идет и воздействие на суставы. И на суставы можно. Этими активаторами можно растирать суставы, которые у нас болят. То есть, когда мы опускаемся в ванну, вот вообще активатором он называется общего действия. То есть он везде подготавливает кожу, там, куда наносится. На что? На то, чтобы ванны подействовали в этом месте там, в 2-3 раза более эффективно. Поэтому вы можете и растереть себе живот, и растереть бедра. В том числе, если, например, у полных женщин очень часто страдают коленные суставы, потому что у тебя нагрузка. Нагрузка идет на ноги, лишний вес. Поэтому можете себе растереть суставы. И также суставы получат дополнительное питание от скипидарных ванн.